Hot news. Почему Екатерину Андрееву гонит в шею из эфира? Ведущая программу «Время» многих раздражает. И, кажется, небезосновательно. Новость о том, что Екатерина Андреева больше не будет появляться в выходящих на европейскую часть страны выпусков информационной программы «Время», порадовала телезрителей. Ну, наконец-то, хватило на первом уме убрать эту шапокляк из телевизора. Хуже Андреевой может быть только Фадеев по воскресеньям, когда Андреева в эфире, Розенталь Ожегов вращается в гробу, как динамо-машина. Минус пишут пользователи соцсетей. За ту информацию, что ведущим московских выпусков программы после десятилетнего перерыва снова станет замдиректора канала Кирилл Клеменов, народ воспринял с радостью. Слава богу, человеческом лицо и речь теперь будут на экране нюще. Минус воодушевились зрители. Напомним, Екатерина Андреева работает в качестве ведущей информационной программы «Время» с начала 1997 года. За это время на Первый канал, как говорят в кулуарах, пришел не один мешок писем с просьбой убрать ее из эфира. Учителей русского языка удивляло незнанием ведущей орфэпи, правил ударения и русского интонирования. А коллеги-телевизионщики смеялись над манерой Кати раскачиваться в кадре, за что ей даже дали кличку «Бегущая по волнам». Ведущий главной информационной программы страны. Должность очень серьезная и ответственная. По слухам, кандидатуру у человека, который будет рассказывать стране о курсе и политике партии, утверждают на самом высоком уровне. Но, вероятно, там не следят за страницей Андреевой в социальных сетях. У желтой прессы это добротная нива для сплетен и скандальных публикаций. Катя выкладывает снимки из спортзала, где висит вниз головой, из салона косметолога, с пляжа и кухни. В халатике, купальнике, без макияжа, серьезная по замыслу ведущая ведет себя как начинающая поп-звезда. Кстати, про макияж. Как говорят гримеры, к эфиру Андреева красится сама, не допуская профессиональных визажистов, и делает это, по мнению специалистов, ужасно. Поэтому на экране 56-летняя ведущая выглядит старше своих лет. Многие Андрееву не любят и даже не здороваются, считая ее высокомерной, заносчивой и вредной. К тому же, по слухам, она, как лицо канала, и получает больше остальных сотрудников, около 14 тысяч долларов в месяц. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.